бабушка всегда хотела, чтобы я и сестра покрестились. Мы были некрещенные. И вот когда здесь работал ксёнс, он ходил с душпастырским визитом по домам. Он пришел, и я говорю, что я некрещенная, вот хотела бы ходить в костёл. И тогда он меня покрестил. Мне было уже 24 года, я начала ходить в костёл. И тут был хор, была органистка из постав. Я ходила в этот хор, пела. Потом эта органистка, мама, заболела, и пришлось уехать отсюда. И тогда местные эти жители, женщины, предложили, чтобы попробовать меня. И вот ксёнс Чеслав Куцмиш, он сейчас работает в поставах, он был здесь настоятелем, он предложил мне вот работать здесь. Это было что-то ужасное, но благодаря его терпению, благодаря его выдержке, я, конечно, совершенствовалась, и вот это мне нравилось, это меня втягивало. И я понимала, что это очень большая такая Божья ласка. Именно то, что он меня выбрал, Бог меня выбрал. Я считаю, что это было именно так. Потом ксёнс Чеслав здесь долго уже не работал, и сюда приехал работать ксёнс Яцек. И вот я всегда говорю, что благодаря двум этим личностям, двум этим священникам, с меня получилось то, что получилось. И для меня это было сложно, но в то же время это оказалось реальным. Светская музыка, во-первых, очень много приезжает к нам экскурсии сюда, в костёл. И они просят, чтобы спела я им, сыграла что-то. Тогда я просто беру в интернете какие-то песни со смыслом, такие песни, где есть и о Боге слова. И тогда вот я их преподношу здесь уже в костёле. Была такуджава, например, вот молитва. Также вот даже я исполняла песню в костёле Аллы Пугачёвой, которую поет «Мы в этой жизни только гости». То есть такие все песни, которые имеют смысл, которые имеют духовность вложенную в себя. И, конечно, где-то, наверное, возле костра, возле где-то за столом, беседе какой-то, если споешь эту песню, она не воспримется так. Но в костёле под орган это какое-то другое вот совсем восприятие. Вот эти стены этого храма, намоленные стены, они окунают при помощи этих песен, я считаю, в какую-то особенную атмосферу. Человек душой открывается, у человека текут слезы, значит, человек живой. Значит, есть еще там жизнь. Пока земля еще вертится, Господи, твоя власть, дай рвущемуся к власти навластвоваться в славе. Я думаю, что в нашей жизни ничего вообще случайного нет. И поскольку я верующий человек, я думаю, что Бог изначально мне что-то уже предназначил, что-то выделил в этой жизни. И исходя уже из сегодняшних дней, я это уже начинаю все осмысливать. Вот в школе я хорошо пела, хорошо выступала, старалась везде участвовать, везде была в первых рядах. И цели у меня никакой в жизни, в принципе, не было. Девчонка, как все. Но учителя все говорили: «Ленка, тебе надо идти куда-то в артистки, тебе надо выступать, тебе надо петь, тебе надо двигаться вперед». Ну и вот, что я могла выбрать, это я выбрала культ просвет училище Витебское. В школе, когда вот я училась в 10 классе, меня пригласили во взрослые уже, там парням было по 23, по 24 года, был у них ансамбль такой, там бас-гитара, гитара, ударные, клавишные, все живьем, все красиво, они тут так вот на свадьбах играли, как по деревням, знаете, это все было. Ну и меня пригласили солировать в этом ансамбле. Вот и я согласилась, и тоже песни такие довольно взрослые пела девчонкой, будучи Аллой Пугачёвой «Без меня тебе, любимый мой». Вот Вески, которая поет «Позади крутой поворот». Ну это тоже как бы меня стимулировало вот к выступлению. Мне хотелось, наверное, вот мне нравилось это, конечно. Я вкус этот получила от перед публикой выступать. Ну и закончила я училище, пришла сюда в Камаи работать директором клуба. Директором клуба я отработала совсем мало. Я пришла сюда работать нянечкой.
в детский сад. Работала нянечкой, потом немного воспитателем. Здесь был музыкальный руководитель. Ну, а потом этот музыкальный руководитель ушел работать в поставы. И, ну, попробовала я. Заведующая говорит, ну, давай пробуй, Лена, может, получится там у тебя. Ну, хотя это было... Это, понимаете, я после училища, я не развивалась в этом. То есть я уже все, поиграла, поиграла и забыла. Отложила. Тут клуб, тут детский сад. Все это года 2-3-4 прошло уже, наверное. Ну и пробовать очень стало сложно. Ну, то есть ноты я понимаю, все, но в то же время это было что-то такое невероятное. Это было очень тяжело. Это было такое, так, нервы. В маленькой елочке на Новый год сыграть для меня, это было что-то сложное, ужасно сложное. Но, как говорится, самообразование, работа над собой. Я взяла на прокат пианино, я дома сидела без конца и края, все время репетировала детские эти песенки, все, гармонию все вспоминала, вспоминала. Ну, как-то так пошло. Стала работать, вот по сегодняшний день я уже работаю в саду. Похлопаем в ладошки, похлопаем немножко, похлопаем в ладошки. Молодцы, теперь я вам похлопаю, вы такие артисты хорошие. Молодцы. С 88 года я вот уже работаю в детском саду. Конечно, дети – это цветы, это энергия, это только положительные эмоции. Какой бы ребенок ни был, будь он, как, ну, простым человеческим языком говоря, он там сложный какой-то или очень-очень замкнутый, очень... тихоня такой, да, все равно в каждом ребенке это что-то новое ты узнаешь, что-то новое для себя приобретаешь. Конечно, они учатся слушать музыку, учатся ее характеризовать, учатся различать эту музыку, двигаться под нее, очень любят танцевать. Наверное, один из лучших и самых любимых видов деятельности детей, то есть пение, слушание, музыкальные игры, то, конечно, танцы. Дети учатся вот этой раскрепощенности, учатся вот взаимодействию, опять-таки, с залом, смелости вот такой. А для меня это тоже, это жизнь. Это жизнь, потому что ты становишься на уровень с этими детьми, ты становишься вот глаза в глаза с ними, просто вот общаешься, и ты наполняешься ими, и отдаешь себя, и это чувствуется. И поэтому это очень такая интересная работа, и, ну, надо ее любить. Побежали, побежали. Не путаться, кружим, кружимся, кружимся, кружимся. Маленькие, маленькие. Где? 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 Побежали, побежали. Эти две жизни, которые работаю я в саду музыкальным руководителем, и здесь я связана с музыкой, они дополняют друг друга, это безусловно. Но если отдавать предпочтение, то, конечно, я выбираю эту жизнь, только эту. Я выбираю Бога, потому что в моей жизни очень много чудес произошло благодаря Ему. То, что происходит в твоей жизни, оно все не случайно. Все не случайно. Не случайно, что я здесь. Не случайно, что вы сегодня здесь. Все не случайно. И знаете, написано в Евангелии, что вера без дел мертва. Казалось бы, я размышляла над этими словами. Это мои одни из любимых слов в Евангелии. Что должны быть дела. Правда? Дела. И, естественно, само собой разумеется, дела хорошие. Но ведь есть и плохие дела в нашей жизни. И такие дела, за которые потом стыдно, за которые потом больно. У меня это было. И понимаете, когда такие дела происходят у тебя в жизни, ты понимаешь, что ты не можешь ничего поменять. Вот они идут и идут. И я даже спрашиваю, Боже, почему? Но они идут. И ты на поводу у этой ситуации, ты идешь просто на поводу. И ты понимаешь, что ты творишь совершенно не то, что учит Бог, но ты это делаешь. Вера без дел мертва. Какая твоя вера, казалось бы? Но в то же время, когда ты вот так вот, знаешь, как будто тебя кто-то шибанет по голове, и потом ты понимаешь, что ты творишь, и ты понимаешь, что эта ситуация была допущена для того, чтобы я поняла, как Бог меня любит. Потому что в этой ситуации Он меня тоже прощает.
Он мне дает возможность идти к причастию, соединяться с Ним и жить дальше. С белого листа, с чистого листа. Прости, мой Бог, меня за мысли и слова и за то добро, что не сделал. Прости за суету, за гнев мой, вражду, и что голос слышать твой не хотел я. Еще прошу, прости, что все мои мечты лишь о жизни земной только были. Что мало отдавал, а многого желал, и хотел, чтоб меня лишь любили. Одно из чудес – это то, что я играю в костеле. Это чудо. У меня нет ни образования, у меня нет ничего. Если бы мне кто-нибудь за год, за два, за десять до того, как я начала здесь играть в костеле, сказал: послушай, ты будешь органисткой, ты будешь давать концерты, к тебе будут приезжать люди, будут просить, чтобы ты спела. В жизни бы я этого не поверила. Это чудо. И чудеса в отношении моих детей, в отношении моего сына, который тонул, и его случайно спасли. Я все считаю чудом. Все чудом. Да, чудеса на каждом шагу. Они на каждом шагу. Просто их надо видеть.